Всем привет! Перед вами бензопила EVCO MT350S35. Этот малыш справится с плодовыми деревьями и подойдет для дров. Запускается пила легко, даже если вы давно ею не пользовались. Для этого она оснащена декомпрессионным клапаном. Это желтая кнопка на блоке цилиндра. Нажимаете на нее, усилие тяги снижается и запуск становится значительно легче. Кроме того, запуск облегчает насос предварительной подкачки топлива. Это резиновая кнопка сбоку. После 3-4 подкачек топливо моментально поступит в карбюратор. У пилы есть защита от случайного включения. Это кнопка с обратной стороны от курка. Для включения инструмента нужно одновременно зажать обе эти кнопки. В комплекте с бензопилой идут шина и цепь, чехол для шины, напильник для заточки, тонкая отвертка для регулировки оборотов холостого хода, воронка и свечной ключ.